День студента всегда приурочен к Татьяниному дню. Святая Татьяна – покровительница всех учащихся вузов, и сегодня у некоторых двойной праздник. Студенчество – это такое время, когда я обрела очень много друзей, очень много таких, так скажем, добрых связей с преподавателями, и научилась многому, например, в той же научной деятельности. Очень многому тут научилась, очень много возможности заниматься волонтерством, активной деятельностью культурной. И хотя у кого-то сессия в разгаре, праздновать День студента святое во всех смыслах. У многих уже сформировались традиции, связанные с 25 января. Всего 5 лет, 5 раз отмечали, всегда очень весело. Все очень надолго запомнили, и думаю, этот будем долго еще помнить. Мы собираемся вместе со своими товарищами по учебе. И чаще всего в стенах мединститута, либо на его территории. И как-то, да, весело проводим время, институт нам в этом очень помогает. Отдохнуть. И подготовиться к сессии оставшейся. Больше ничего. Дождать сессию, выспаться. А то, что студенческие годы – лучшие годы, говорил юношам и девушкам вице-губернатор Артем Бранов. За это время нужно четко расставить приоритеты и цели. Это первый шаг перед взрослой, серьезной жизнью. Рязанская область, да и страна в целом, конечно, нуждается во всех вас. И начиная от здравоохранения, заканчивая строительством, энергетикой, IT-технологиями, нам нужны абсолютно все студенты, потому что сейчас у нас идет везде огромная реформа. Я говорю, еще повторюсь, начиная от здравоохранения, губернатор огромное внимание этому уделяет, поэтому студентов, медиков мы ждем. Вот. Нам нужны строители, нужны дизайнеры, потому что я надеюсь, что в ближайшее время город будет сильно меняться, мы планируем большие деньги в него вкладывать. Артем Бранов также отметил, что Рязань один из самых, если можно так выразиться, студенческих городов. Вузов и СУЗов у нас почти 30, а это значит, что молодые и энергичные специалисты будут регулярно пополнять ряды профессионалов. Это лучшие годы, и это шанс, когда ты хорошо поучился, правильно провел лучшие годы студенческие, сделать свою жизнь самой лучшей, красивой, насыщенной. И вот этого бы хотелось всем ребятам пожелать, чтобы все получалось, чтобы никогда не уходил задор студенческий, и ты шел по жизни с большой радостью, усердием и дарил людям себя, дарил людям эмоции, дарил позитив и, конечно, знания, полученные в прекрасных вузах нашей области. И хотя быть студентом – большая ответственность, в нашем регионе создают все условия для тех, кто решил получить качественное образование. В рязанские вузы съезжаются абитуриенты из соседних регионов и даже стран. Престиж большинства учебных заведений формировался годами и по сей день поддерживается высоким уровнем выпускаемых специалистов.